Образы для деловых и современных женщин разных форм и религий представлены в новом шоуруме российских дизайнеров. Необычные принты, летящие ткани и актуальные силуэты представлены на вешалках от бренда «Куркума» Надежды Китовой. Костюмы, платья, блузы подойдут как для повседневной носки, так и для особых случаев. Сейчас у нас представлена женская одежда. Это модная, но носибельная вещь, которая не выходит из моды через сезон. То есть их можно миксовать. Мы начинали изначально с пляжных туник, потому что пляжная мода у нас очень не фотогеничная на самом деле. Это была изначально история нашего. Потом мы расширились, и у нас сейчас в магазине уже представлены одежды не только офисного формата, у нас представлена одежда, в которой вы можете выйти и в офис, потом с друзьями встретиться с подругой и, соответственно, пойти на свидание. Выглядеть женственно и стильно могут себе позволить и женщины восточной религии. Создает нарядные закрытые платья и модную повседневную одежду для мусульманских красавиц Резеда Сиюкова. Творчество дизайнера признали лучшим в этом году на Ульяновской неделе моды. Вообще, как это все возникло, возникла эта идея. Я татарка, вот. И я столкнулась с тем, что мне всегда сложно найти наряд на наши мероприятия. Вот. И был такой момент, что я создавала, там, шила у портних на наряды. И мне все время со стороны говорили, что где-то такое купила платье, например. Да? И было очень много таких вопросов. Вот. И у меня возникла идея, думаю, почему бы нет, создать именно бренд, как раз-таки, где мы смогли бы производить такие вещи, которые подходят для восточных женщин. В конце июля ульяновские модельеры вышли и на питерский рынок. В нарядах от Надежды, Резиды и не только теперь ходят модницы из северной столицы. Шоурум открылся в Центральной галерее на Владимирском проспекте. Открытие магазина в Ульяновске и за его пределами стало возможно благодаря региональной поддержке. Мы, как региональный центр «Мой бизнес», реализуем ряд мероприятий, направленных на поддержку именно как раз предпринимателей, реализующих свои проекты в сфере легкой промышленности, дизайна, создания разных брендов одежды. Поэтому здесь мы можем говорить и о поддержке открытия шоурумов, то есть точек присутствия. Причем это не только в городе Ульяновске, эта программа нацелена на развитие как раз и на представление наших брендов в других городах. Мы поддерживаем очень хорошо и интенсивно экспортную составляющую, чтобы наши бренды выходили в первую очередь в страны СНГ. Шоурум двух ульяновских дизайнеров открылся в торговом центре «Интера» на третьем этаже. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.